дорогой Константин Сергеевич, я поздравляю вас от чистой души, от всего сердца. За эти 10 лет вы шли все вперед, вперед и вперед, и на этом пути вы нашли синюю птицу. Она ваша лучшая победа. Теперь я очень сожалею, что я не в Москве, что я не могу вместе со всеми вас чествовать, вам хлопать, кричать вам на все лады. Браво, браво, браво! И желать вам многое лето, многое лето, многое, многое лето. Прошу вас передать всей труппе мой привет, мой душевный привет. Ваш Сергей Рахманинов, Дрезден, 14 октября 1908 года. Постскриптум.